Мен, Казахстан республикасының азаматы, Хамытбек Алишер Бахадырұлы, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органы. Слова напутствия курсантам прозвучали от министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Юрия Ильина и акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Сегодня в истории нашего учебного заведения, которое стало Академией гражданской защиты имени Малика Габдуллина, важное событие. Мы приняли новое поколение, новых ребят. Это первый набор именно как в Академию. Я думаю, тот жизненный путь, ту профессию, которую они избрали, это очень почетно, ответственно, иногда трудно, иногда опасно. Но, тем не менее, эта профессия благородная. Уважаемые офицеры и курсанты, дорогие гости, поздравляю вас с торжественным принятием присяги. Один из 146 курсантов-первокурсников – Адильжан Калымов. В Кокшетау он приехал учиться из Восточно-Казахстанской области. В своей семье он единственный, кто решил связать свою судьбу с профессией пожарного и спасателя. О принятом решении не жалеет и намерен с достоинством носить в будущем погоны. Как будущий пожарный спасатель буду с честью и достоинством исполнять свои служебные обязанности. Служить Родине и учиться в таком специализированном учебном заведении было моей мечтой с детства. Теперь она исполнилась. Созданная в годы независимости Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина – единственное высшее учебное заведение, где проходят подготовку офицеры гражданской защиты. Весь период обучения они находятся на полном государственном обеспечении. После выпуска присваивается звание лейтенанта гражданской защиты. Гарантировано трудоустройство подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Иван Однорог, Марат Ахмеджанов, Павел Соловьев, Кокшиакпарат.